Москва. С вами Инна Лунева и Евгений Надоршин. Субъекты Российской Федерации должны иметь право создавать собственные особые экономические зоны. С таким предложением выступила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Согласятся ли местные власти освободить бизнес от налогов и административных барьеров? И приведет ли эта мера к притоку инвестиций в регионы? О роли особых экономических зон в нашей стране мы говорим с Анатолием Ковалевым, руководителем территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по городу Москве, и Михаилом Успенским, налоговым юристом. Доброе утро. Эльвира Набиуллина предложила разрешить регионам создавать собственные особые экономические зоны. Анатолий, с чем связана эта инициатива? Я думаю, что инициатива связана, прежде всего, с расширением проекта создания особых экономических зон в целом. Сегодня, в первую очередь, на мой взгляд, требует расширения инновационной зоны, или как они у нас называются, техника внедрения. Дуплетом. Это действует все.